Друзья, вы знаете, как я люблю токарное искусство и что стараюсь сделать эту тему как можно более популярной, причем не только у нас в стране, а и по всему миру. Для этого я постоянно повышаю качество своих видео. Но кроме меня есть огромное количество отличных мастеров по всему миру. Незнание их языка, конечно же, затрудняет понимание происходящего на экране. Но чтобы получать новый опыт, что-то для себя подчеркивать, новые знания, я смотрю очень многих. И у нас есть прекрасная возможность обойти этот языковой барьер, скачав и установив Яндекс.Браузер. И можно будет смотреть ролики на английском, немецком, французском, итальянском языках. Причем нейросеть делает закадровую русскоязычную озвучку сразу поверх видео, но при этом слышно и самого автора. Я даже попробовал перевести свой англоязычный ролик. The bolt will have left and right threads. Резак должен быть установлен под углом 90 градусов к стержню. Я делаю это по шаблону. Я сделаю канавку для выхода резака. Отлично. Я установил обороты на самые низкие. Я снижаю частоту тока до 7 Гц. Теперь веретено вращается очень медленно. Всем рекомендую попробовать Яндекс.Браузер с голосовым переводом видео, например, на YouTube. Пользуйтесь новейшими технологиями, расширяйте свои знания, перед нами открыт целый мир. Ссылка на браузер в описании под видео. Сегодня хочу выточить необычную красивую фигуру на токарном, интересный способ, давно видел на YouTube, вот сегодня хочу повторить. В принципе, таким методом можно даже какие-то коленвалы точить. Теперь мне необходимо сместить заготовку на одно деление. Всего окружность здесь поделена на 10 частей. Также смещаю малую продольную на ширину режущей пластины. У меня 4 мм. Поехали. Решил я сдвигать малую продольную немножко поменьше, буквально на десятку, где-то на 3,9, потому что, видите, остается бахрома, чтобы потом не делать лишнюю работу. Но так все получается. И еще раз сдвигаем. Пока вот что у меня получается, довольно-таки неплохо, хотя, конечно, не идеально для первого раза. Тут нужен тоже определенный опыт. Вот это я точу уже целый день, хотел ускориться, поставил увеличенную подачу и чуть все не испортил. Ну, это, в принципе, как всегда при спешке. У меня резец начал уводить влево, он начал заглубляться больше, чем нужно. Вот здесь видно, как начал он уходить. Но я вовремя заметил, все это еще дело можно исправить. Поставил обратно уменьшенную подачу и никуда не спеша, нужно доделывать до конца. Один раз я уже по кругу прошел. Вот можно видеть места, где я спешил и где перестал спешить. Там все отлично.
Сделал уже 20 проходов, это два полных круга. Можно видеть, что оси вот этих окружностей совпадают. Прикольно. Для вас прошло всего лишь несколько минут, но я уже точу эту деталь второй день. На полный оборот, то есть 10 смещений, у меня уходит где-то 5-6 часов. Ну, это почти один рабочий день. Продолжаем. У меня остался один круг. Есть! Тройной тулуп с переворотом. Почти все готово. Мне останется только обрезать эту деталь и немножко полирнуть. Что творит этот парень? Перед тем, как отрезать, сниму и установлю кулачок на место. Сейчас хочу вам показать красивый эффект такой, завораживающий. И буду потихонечку ускорять. Здорово, да? Ну все, отрезаем, полируем. Опа! Наконец-таки, друзья, я могу вам показать, что у меня получилось. Маленький токарный шедевр. Это подарок, моей любимой жене. Она у меня занимается свадебной полиграфией и очень любит такие необычные вещи. Вместе с пригласительными она делает композиции и фотографирует это. Получается очень красиво. Я думаю, ей понравится. Ребята, еще раз, чуть все не загубил, показываю, видите, есть вмятинки. Пока полировал, выпустил из рук, не удержал. Ну, это всегда когда спешка, но слава богу. Слава богу, все хорошо. Сюда можно положить очень красивые кольца. Я думаю, фотографии будут обалденные. Как вам? Ну, смотрите, как красиво курасон. Ну все, пошел дарить. Покажи руки. Ты готова? Ну. Подарок тебе. Офигеть. Ты любишь всякие такие штучки. Как сюда круто. Можно колечки наверх ложить. Ну что, ребята, на этой радостной, счастливой ноте у меня на сегодня все. Всем пока. До скорых встреч.